Всем привет, ребят! В этом видео я научу вас обрабатывать глобальный кэч. Глобальный кэч так, как нигде в интернете вы не найдете, как делать. Ну, как не найдете, вы можете это найти. Я вам расскажу сегодня так, как сделать обработку глобального кэча без запуска людей в космос. Без вот этих полотен, не пойми, зачем это. Зачем? Вот две строчки и все. Для тех, кто не понял, что за глобальный кэч. Вот смотрите, есть у нас такой сценарий. В директории говорим delete, и нам, допустим, нужно удалить папку, например, 1, 2, 3. Нет такой папки. Конечно, у нас программа сейчас свалится. Конечно, будет страхолюдное окно, в котором, конечно же, пользователь начнет копировать всякие DLL и сборки, бежать на форумы, показывать, что мне, по сути, вот лично мне, да, для своей программы, мне нужно знать, да и любому вам тоже, для чего это видео снимаю. Вам нужно знать текст ошибки и, соответственно, где это исключение вообще произошло. То есть без вот этого шелупения, который внизу идет. Зачем нам этот мусор? Да и вообще вот это страшное окно. И сегодня мы от него будем избавляться. Вот в Intentweaker, если не знаю, есть такое окно. Если вы не ловили ни разу, я вас поздравляю, это очень хорошо. Но бывают такие сценарии, при которых вы, конечно, подразумеваете, что предполагаете, что я, скорее всего, могу не найти папку 1, 2, 3, наверное, я ее сейчас заверну в try-catch. Но бывают сценарии, ребят, в которых не может быть вообще исключений никаких, вот там просто нечего обрабатывать. Но людей никогда не угадаешь, ребята, и у людей, что с виндой творят, какие сборки стоят, что делают, это какие программы пользуются, там может вылететь в любой момент. Поэтому лучше сделать глобальный кэч, что я, собственно, сейчас вам покажу. Мы оставляем этот косячный метод здесь, то есть чтобы у нас всегда была ошибка, чтобы мы видели, что будет происходить при попытке удаления папки, которая не существует. Идем в обозреватель решения и открываем файл program.ks. Напоминаю, что именно в этом файле сидит точка входа приложения, метод main. И именно здесь мы сейчас будем делать хитрости. Еще до строки инициализации форм, пока она построится вообще наше приложение application, мы должны создать такую штуку. Пишем application. Thread exception плюс равно. И, кстати, передаю привет тому, кто мне говорил, что можно нажать на tab, и он сам сконструирует. Хренап, не tab, ни здесь, ни про нельзя. Вот отсюда и начинается граждение, городить, и вот этот вот мусор. Нет, нам так не отменяем назад. Сейчас это усложнение. Мы создаем system threading, thread exception event handler. Убираем, кстати, эту директиву, мы сейчас в using просто засунем ее. Using System Threading. А внутри создадим свой метод и назовем, например, Exception. Вот. Но у его имя совпадает с именем класса. Давайте назовем Exception 1 пока что. Вот. Подсказывает нам ошибка, что нужно создать метод. Создаем его, убираем private, убираем throw, чтобы ничего не выбрасывало. И, соответственно, единички теперь уже можно убрать и назвать, как нам нравится. А нам нравится просто Exception. Вот наш void. И все, ребят. Представьте себе все. В этом видео я все рассказал, как обработать исключения глобально все, если вы не указали try-catch где-то. Если где-то указали, он будет обработан. Но если вы не указали, будет обрабатывать вот этот метод. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как это работает. Я набираю mbox. И здесь, значит, пишу сообщение от этого аргумента, который идет и. Но если я просто его и там, например, toString, да, покажи мне, что это, он мне даст, конечно, thread exception, просто этот args. Давайте посмотрим, нажимаю, он мне говорит system threading, это нет. Нам нужно сообщение, то есть от этого и, который мы берем, exception берем, и от него берем message. И вот давайте прочитаем, что же за ошибка. То есть у нас там директория delete, напоминаю, кликаем, и оп, он уже нормально по-русски, без абракадабра, страхолюдина, страшно запугивающий. Нет, не удалось найти часть пути. Для тех, кто не видит, я знаю, что это очень мелко, поэтому я зачитываю, просто поверьте, что я сейчас зачитываю. Не удалось найти часть пути, нет такой папки 1, 2, 3, окей, и все. Никакого ужаса. Можно это вместо messagebox там писать в какой-то лог, в темп папку, можно копировать в буфер, можно что угодно делать, но не запускать людей в космос. То есть, самое главное, все должно быть проще. Я вообще рекомендую таскать не message получать, да, а брать toString, то есть полностью exception, чтобы прочитать всю ошибку, не только имя, да, но и сам, где это произошло исключение. Нажимаем, и вот получаем system.io directory not found exception. Вот это уже более такая, да, многословная вещь. Не удалось найти часть пути, такая, где это произошло, ну-ка, что это такое? Строка 61, так, вот это я дурак, все, теперь буду не дурак, вот теперь я буду обрабатывать, теперь я буду знать, где что делать, буду ставить лайк на это видео, подписываться на канал, потому что у меня на этом все. Пока.